je na mjestu i ljudi su postavljeni. Tak, gospodine. Цели ликвидированы. Теперь иду наверх. Отличная работа. Мы засекли движение у здания парламента. Они ищут тебя. Доложи, как будешь на позиции. За черт. Юниформ, я вижу Мэддокса, но тут что-то не так. Не похоже, что он пленник. Андерсон, Диас, я сразу к делу. Мы тут кое-что раскопали и получили запись звонка, которую Мэддокс сделал из своей берлоги у вас на базе. Это вам понравится. Я уже сказал, все на месте. Ты не парься насчет наемничка. Все под контролем. Кол доверчив, как сопляк под кайфом. Так что если я изображу поддержку закона, Робокоп купится на раз-два. Ты, главное, соблюдай характер, и все будет тип-топ. Я все понял. Для тебя не составит проблем сыграть жадного ублюдка. Это еще что? Вспомни, это же Мэддокс привел нам этого красавца Меринова. Похоже, они всем нам утерли нос. С самого начала это планировали. Что планировали? Попасть в плен к бандитам в какой-то заднице, а потом пожать друг другу руки? Мы знали, что Владич тянет из сербской армии оружие и припасы, толкает на черном рынке. Но думали, что это к делу не относится. А теперь он мертв. И всю эту снарягу они могут забрать себе. Это что, шутка? Все доказательства у тебя перед носом. Признай это, сержант. Нас обыграли. Меринов и Мэддокс только что стали основными целями. Цель видите, Рейзер? Как слышно? Они уже двигаются. Обоих мне не взять. Разрешаю ликвидацию предателя Карла Мэддокса. Получил приказ, давай, жми! Может, ты заткнешься? Ты мне мешаешь! Thank you.
Я знаю, что у вас зуб на Андерсона, генерал. Но управление вне вашей юрисдикции, поэтому разрешения я не спрашиваю. Ради успеха операции я на время отодвину личные чувства в сторону. У нас очень мало времени, так что пропустим всякую ерунду. Согласен. Меринов снова в деле. Эта фотография сделана 24 часа назад на частном аэродроме Кашмира. Он отправился на север. Туда прибудет вот этот человек, Абдель Ахмед Хасан. Хасан именно тот покупатель, который нужен Меринову. Верит в конец света, состоятелен, одержим биологическим оружием. Сделка будет проходить в спорной приграничной зоне. Местность там такая, что обычный штурм исключен. Вы с Андерсоном должны высадиться до начала штурма, подтвердить присутствие основных целей и контейнера, а после начала заварушки прикрывать парней из Дельты. Не буду вам напоминать, что здесь на кону, агент. Я выпущу вашего человека, но предупреждаю, если облажаетесь, назад можете не возвращаться. На вид ничего. Слышал, у них здесь даже кабельные есть. Только магазин на диване. Серьезно? Не хочешь сменить обстановку? Зависит от того, что ты можешь предложить. Как насчет того, чтобы еще раз взглянуть в лицо Меринова? Через прицел. Меринов снова пытается реализовать биоагент. Сделка пройдет в Непале, совсем рядом с индийской границей. Покупатель – лидер фундаменталистов из штата Кашмир. Организация считает, что этот фанатик собирается распылить биоагент над спорными территориями между Индией и Пакистаном. Это развяжет войну. А Меринов сколотит состояние, поставляя оружие обеим сторонам. Сукин сын. Уиллер будет не в восторге от того, что ты здесь. Согласен, но это его не касается. Послушай, Андерсон. Мы оба знаем, что за мной должок. И если ты отправишься под пули в очередную дыру, он станет еще больше. Я позвонил кое-кому в Вашингтоне. Дело официально заморожено. Это наш последний шанс прихлопнуть Меринова. После этой сделки он навсегда уйдет на дно. Значит, пора навестить нашего старого друга. В деревне множество целей. Нас 5. 10. Многовато. Ясно, что Меринов не собирается в этот раз рисковать. А еще он не хочет получить пулю в лоб, но от него это не зависит, это неминуемо. Слышу тебя. Сначала главное. Нужно получить достоверные данные о местонахождении патогена. Меринов наверняка будет там. Малая видимость сыграет нам на руку. Идем. Давайте постараемся. Сегодня же все и закончится. Ладно, выдвигаемся. Как-то тут слишком тихо. Не нравится мне это. Ага, и вот почему. Впереди множество целей. Не факт, что в этот раз получится проскользнуть мимо. Сразу думаешь о засаде. Но нам нужно пройти. Я готов вступить по твоему сигналу. Объект уничтожен. Thank you.
الناس! العدو يشتبك! اسرع! تحركوا! Рейзер 32. Авиаразведка зафиксировала боевую активность в вашем районе. Доложите обстановку. Прием. Мы оказались в заперти униформ. У нас не было выбора, кроме как сунуть палку в осиное гнездо. Задание выполняется. Агент Диас, вам напомнить, что случилось, когда в прошлый раз все пошло наперекосяк? Я не собираюсь рисковать. Меринов снова нас опережает.